Как зовут, как обращаться, вот человек крайне сидит. Це Віктор Шлинчак, відомий журналіст. Прошу. Я хочу сказати этому известному на всю страну в узких кругах журналісту следующие слова. Смотри, ви, пожалуйста, подбирайте слова, не розбрасуйтесь обвинениями, потому что серые мыши для меня – это слова оскорбительные. Если вы мне подтвердите, что вы сказали в мой адрес, я с вас прошу по-мужски. Поэтому вы, пожалуйста, слова подбирайте. Я выражаюсь максимально корректно. Стараюсь никого не оскорблять. А я вважаю, что вы распустили свои языки. Виктор, я вам дам слово зараз. Дам слово. Потому что вы думаете, что сегодня 15-й год. Сегодня не 15-й год. Вам скоро всем придется отвечать. Наташа, за слова, зараз. За действия, за преступления. Готовьтесь. Дякую. Готовьтесь к этому тщательно.